Кожаный мяч и по форме, и по содержанию в матче реконструкции точная копия спортивного снаряда образца 1942 года. Тогда в запасной столице СССР не только собирали военную технику и выпускали боеприпасы, в Куйбышеве играли в футбол. И вот спустя 73 года, в воскресенье 3 мая на стадионе «Локомотив», как и тогда, те же команды – «Локомотив», «Железнодорожники» и «Крылья Советов» – рабочие авиационных заводов. Можно было просто отыграть, как на любительском уровне, просто катаясь где-то по халтуре, помотаться, а тут все-таки лежит ответственность, надо себя проявить. В мае 42-го на поле вышел первый состав новой куйбышевской команды – «Крылья Советов», футболисты эвакуированных заводов «Авиапрома». Соперник – старейшая самарская команда «Локомотив». Военной весной победили «Железнодорожники» 5-3. Отдавать пальму первенства современные футболисты не хотели. Конечно, футбол сейчас стал более современный, более быстрый. Конечно, страсти такие же, я думаю, нисколько не меньше. Вот, ну, будем ждать хорошей игры, хорошего футбола, много голов. Матч-реванш в 21 веке тоже начался с преимущества «Локомотива». Футболисты «Железной дороги» повели в счете уже в первом тайме и зафиксировали победу во втором со счетом 4-0. Переходящий кубок получил снова «Локомотив». Через год история повторится. Организаторы пообещали, реконструкция матча «Крыльев» и «Железнодорожников» станет традицией. Сергей Кизоркин, Дмитрий Мешканцов. События.